Я еще раз сохранюсь тогда. Где-то в лесу, он сказал, склад, да? Ладно, попробуем найти. Не знаю где. Не знаю, куда идти. Я что, пришла на то же место? Подожди, подожди. Так, здесь у нас схема. Старт, потом через ворота, потом ключ, потом три свечи, потом либо в дом, либо в это, значит, склад. Далее, либо мы снова вернемся. А, нет, далее мы придем к насосной станции, как нам и нужно. Ладно, мы нашли схему, то есть сначала через арку проходим, потом через ключ или что там изображено. Берем ключ, может, или это такая площадка, я не знаю, что бы это значило. А крест это этот вот, да, был обозначен. Попробуем сориентироваться. Я пока не вижу здесь никакой арки. А, все, вижу. Значит, проходим через арку. Потом вперед идем. Просто идем вперед. А, подожди. Или сюда нужно идти? Ну, например. А, это был генератор здесь нарисован на схеме. Так, мы добрались до генератора. Тут нужно идти строго по схеме, иначе вернешься... Попадешь в замкнутый круг, короче, будешь бродить по одним и тем же местам кругами постоянно. Далее, значит, генератор. Мы пришли к генератору вот оттуда. Вот оттуда вот, да? Ручка указывает туда. Мы должны идти от генератора налево, да? Ладно, и еще раз. По-моему, далее мы должны идти вот сюда, или нет? Допустим. Дальше мы должны идти налево. Блин, ну почему нет? Ну почему не налево? Я... Опять все перепутала, да? Блин, не влево. Вообще, почему не влево, если влево? Погоди.
Я что-то нашла. Так, только я забыла, с какой стороны я пришла туда. С этой, по-моему, да? То есть свечи, колонна со свечами. Блин, я все равно ничего не понимаю. Подожди. То есть, если я сейчас пойду налево, если я пойду налево, куда я приду? Обратно в начало, что ли? Погоди. Походу я пошла не туда. Или эти столбы указывают направление, в котором стоит смотреть. Ну, допустим. Так. Давай-ка мы тут засейвимся в этом самом месте. Далее посмотрим. Если, скажем, мы подошли сюда и смотрим лицом. Лицом вот сюда, на эти свечи. То есть мы сейчас идем, если направо. Направо. До ближайшей остановки. Остановка у нас тут, где столбики. Потом, значит. Значит, мы стоим там, где столбики около остановки. Так, далее. Если бы я стояла там лицом, это был бы правый путь. Так ведь? Да, в натуре. Да, да, это правый путь. Наконец-то. Наконец-то я более-менее научилась по этой схеме ориентироваться. Я здесь столько блуждала, я здесь задолбалась просто блуждать. Но наконец-то я нашла тот самый склад, о котором мне рассказали. Дробовик, очень много патронов к нему. Но я бы хотела другое немного. Да, мне дали еще к револьверу, да, патроны? Вроде да. Дробовику мне очень не хочется брать, так как... Может, еще что-то здесь есть? Аптечки, бинты. Это к обычному пистолету? Нет, можно мне к пулемету, пожалуйста? Какую мне дали? Мне, короче, дали экзоскелет. В отличном состоянии. Я не совсем поняла, защищает она или не защищает, но вообще должна защищать. В смысле, что значит, что она не поглощает? Повреждение при атаке. Этот револьвер я выкину. Так, ну-ка, стой. Да, короче, это экзоскелет. Он позволяет мне переносить больше веса. Хорошо, теперь мы сможем нести больше веса. Эту броню стоит очень беречь, она полезная. Так как возможность переносить больше веса просто супер полезная.
Блин, ну это все не то. Ой. Хотя ладно, у нас есть экзоскелет, так что я могу взять дробовик тогда. А все равно у меня скоро будет перевес. Все равно. Даже с экзоскелетом я не унесу столько. Ну окей. Нет, так нет. Хорошо. Теперь на складе мы уже побывали. Значит, если сейчас мы стоим лицом, значит, мне нужно в ту сторону два раза. Я только что так делала, и у меня ни хрена не получилось. Да. О, да. Все верно. Я нашла наконец-то насосную станцию. После долгих-долгих блужданий и мучений. Или я вернулась обратно? Нет, я не вернулась обратно. Это насосная станция. Хорошо. Хорошо, не так уж на самом деле сложно, если правильно по этой карте ориентироваться и не тупить. Я очень долго тупила, потому что путала направление. Вот здесь реально очень трудно. Ну, лично для меня трудно. Я по картам, в принципе, плохо ориентируюсь. Потому направление я постоянно путала и шла не туда, куда нужно. Но если подумать, если подумать, если вникнуть... Пошел ты. Можно как-нибудь еще раз тебя убить? Вот так вот. Быстро, просто и без лишних проблем. Эти монстры, и я на самом деле даже рада их видеть после всего, через что я прошла, после вот этих бесконечных блужданий по зацикленному путям, по этому зацикленному лесу, который вечно меня телепортировал в начало и заставлял начинать заново. Это было ужасно. Это было ужасно. Я с этим очень долго мучилась, очень. Я, конечно, вырежу это все на записи, все эти бесконечные блуждания.
все эти мои затупы, я их обязательно вырежу, потому что иначе это будет слишком длинное видео. Но если бы я разобралась раньше, я бы все сделала быстрее. Что у нас тут? Просто ящик. Может быть, мне теперь взять и... А вообще нет. Я их сейчас перестреляю. Я бы, конечно, могла сделать молотов. Но я их просто перестреляю, и все. Точно, точно. Давайте. Это я заберу. Хорошо, да, отлично. Заряжен? Вроде да. Патронов еще осталось 15. Этого очень много. Этого мне достаточно вполне. Банка. Хорошо все-таки, что я экзоскелет нашла и могу себе позволить носить дробовик теперь. Здесь слишком много проходов. Может быть, сюда сначала заглянем? Заглянем. А, не откроется с этой стороны. 4 аптечки. И скоро будет перевес. Значит, тогда пойдем сначала сюда. Еще аптечка. Нет, пока нормально, пока вес позволяет. Контролер, я по тебе уже соскучилась. Ну вот и пригодились бутылки, не зря я их сохраняла с собой.
где вы там заступили? Давайте. Ясно. Придется сначала валить контролера. Куда я упала? Я куда-то свалилась, но контролера я убила. Это меня очень радует. Мне бы теперь только выбраться обратно. Так, опять голод, минуточку. Блин. Надо что-то сделать с этим все. Ой, пауки. Ау! Ну как? Вот как они меня убили, спрашивается, вот как? Вот и все. Да блин, хватит. Так, блин, кровотечение довольно сильное, причем. Давай одну такую аптечку. Одну такую аптечку и. Ну и хватит пока. Это выброшу. Это используем. Вылечим радиацию и... Ну и все. И посмотрим, что у нас тут есть. Тряпки, лента. Хорошо. Эта дверь откроется? Нет, не откроется, ладно. Не откроется, значит не откроется. Никаких проблем. Что это? Что я подняла? Нет, это мне не нужно. Еще куски металла. Ну, пусть будут. Пусть будут, хотя пока я в них не нуждаюсь. Но, в принципе, скоро можно будет собрать заточку. Что, мне, значит, вниз так или иначе? Почему ты близко не подходишь, а, тварь?
я, может, пальну все-таки один раз. А последнего добьем ножом. Вот. Так еще можно. Теперь чего? Ножу скоро сломается уже. Сломался. Идем дальше. Идем дальше, собрали заточку. Потом, может быть, найдем еще инструмент для починки ножа. Было бы неплохо. Я еще раз сохранюсь, мало ли. Это обозначает текущие цели, то есть куда идти, маркер, подсказка для игрока. Вообще такие вещи немного разрушают атмосферу, так что маркер-подсказка тут абсолютно лишняя. Я бы и без него справилась бы. Ну все, заточка, наш друг. Нам не первый раз. А выносливости нет ни хрена, конечно. Нет, короче, сделаем мы по-другому. Сейчас. Сейчас мы все сделаем по-другому. Это мы забираем, это мы ломаем. Тут я уже была, да? Да. Это та самая дверь, которая не открывалась с той стороны. Что я сейчас делаю? Теперь... Короче, по-быстрому, значит, сначала таблетку от голода, потом эту, потом эту, потом быстро сейф, потом быстро заточку, потом быстро нажимаем рубильник, потом быстро еще раз сейф. Прячемся, ждем, 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 ждем. Блин, жалко, что нет также стероидов для неуязвимости. Так, и последний. Хорошо. А, блин, кровотечение. Кровотечение — это уже нехорошо. Так, дальше. Чё? Они меня погрызли очень сильно. Но это не проблема. Чё по заточке? Заточка уже наполовину сломана. Даже больше, чем наполовину. Хотя, в принципе, я, конечно, могла бы их всех перестрелять. Это было бы намного проще и быстрее, но... Мне же надо тратить таблетки и стероиды, в конце концов. Еще одну аптечку съесть. Чем бы нет. Кто там? А, ты всего лишь. Давай. Давай, выходи. Ой-ой-ой.
Дай пройти. Они меня зажали, сволочи. Что за манера меня зажимать, а? Зачем вот так делать, а? Ладно. Вы теперь давайте. Ага, еще чего. Эй, ну вы где? Хорошо. Что тут у вас было? Вам все равно это больше не понадобится, так что я заберу. Классно. По-моему, я нашла взрывчатку. Ага. Ну, конечно, но у меня нет гвоздей. Да нахер эту взрывчатку? Я без нее обойдусь. У меня есть молотовые, у меня есть несколько видов оружия огнестрельного. И обычного холодного оружия. Так что взрывчатка это такое себе лишнее немного. Что там по... блин. Топор тоже ломается постепенно, если что. Шприц мне оставил. Хороший монстр. Так, понятно. Банка и лента. Что у меня там по лентам? 4 штуки. Этого хватит. Ладно, я сначала сюда загляну, хорошо? Что это, таблетки? Это патроны, я надеюсь, к пулемету, да, к пулемету. Вот, хорошо. Подожди, так, таблетки еще взяла. Ну ладно, одну ленту подниму. Сюда нельзя. Это не открывается. Это не открывается. Гарпуны мне не нужны. То есть теперь либо туда идем, либо наверх идем. Давай я наверх схожу. Здесь опять можно потеряться. Может, здесь поменьше хотя бы коридоров?
подниму. Это что? Топливо? Топливо. А, да, это топливо для молотовых. Не знаю, нет, не буду брать. Мне бы еще один клей найти, потому что с клеем как-то пока все не очень. Банки, ну, кто бы сомневался. Закрыто. Ладно, пусть пока будет. Да блин, ну долго мне еще куда-то идти, спускаться, когда я уже доберусь, куда мне нужно. Ну, по идее, я уже добралась. В принципе, это... Осталось только найти рубильник или пульт переключения, или кнопку, или еще что-то, чтобы активировать и откачать воду из катакомб. Ручка для топора, то, что нужно. Шприц. Сохранюсь. Так как дальше может быть все что угодно. Так, чуть-чуть еще и перегруз будет. Еда. Это я возьму. А, вот тот самый рубильник. Конечно. Вот еще один. Еще один. Ой, подожди, в смысле глава 6? Я еще там не осмотрелась. Ничего и не было, да? The pumps are working. Now get back to the coastline and descend through the catacombs. А теперь насосы работают, возвращайся и спускайся в катакомбы, короче говоря. Только мне интересно, мне опять через этот всратый лес пробираться, который меня будет все время телепортировать к началу. Может быть, дверь откроется? Нет. Но я надеялась, что, может быть, откроется дверь, и меня как-то выведут более коротким путем. Туда, куда мне нужно. Но нет. А тут нигде не лежало, например, ключа. Может быть, где-то здесь есть ключ, который... двери, я бы вышла коротким путем, но хрен бы там, да? Класс, новый монстр. Конечно, конечно. Кровотечение. Так, подожди, а если я, например... швырну в него бутылку?
с бутылок очень легко дохнет, так же, как и контролер. Некроморф этот. Я буду его называть некроморф, потому что он очень похож на некроморфа из Dead Space. Но бутылки я все-таки оставлю на контролеров, потому что некроморфа можно убивать любым оружием. А контролеров огнестрельным, например, не убьешь. Да и близко к нему подходить опасно. У него рукопашные атаки очень сильные, так что... Нафиг. Бутылки я оставлю. Тут я была, да? Да. Тут везде я была, все, просто к выходу ломимся и все. А. Не выход. Ой, еще один некромор. Он как-то очень жесткий. Может быть, застрелить его? О, отлично, он с одного патрона уже откинулся, все, загнулся. Это даже лучше, чем бутылки на него действуют, так что. Буду теперь только из дробовика его убивать. Вот так вот. Еще один. Ну ладно. У меня хватит. И на тебя тоже. У меня на вас всех хватит патронов. Так, выход это не сюда. Все, я вооружена просто до зубов и очень-очень опасно. И для меня никакие монстры теперь не представляют проблемы вообще. Я чуть запуталась. А. Еще некроморф? Ну хорошо. Вообще замечательно. Да пожалуйста, мне не жалко. Сюда возвращаться, не надо меня сюда перебрасывать снова. Ну зачем? Вот зачем? Игра. Зачем ты так делаешь? А я вообще там застряла. Можно меня вернуть куда-нибудь в начало игры? Зачем? Ну что такое ты делаешь? Генератор. Вот еще отметка. Вот колонна со свечами.
И если мы вот так пойдем, мы выйдем. Куда нам надо? Да. Отлично. Отлично, отлично.